Рождественские гуляния в парке имени Горького будут длиться 3 дня. Гостей ждут выступления народных коллективов, конкурсы, розыгрыши и забавы. В период рождественских праздников для посетителей работают рождественская ярмарка, аттракционы, тематические фотозоны и дом Деда Мороза. Рождественский марафон в парке имени Горького начнется 6 января. Здесь на главной сцене выступит украинский народный хор имени Бедака и группа «Евшан Зиля». Также гостей парка ожидает конкурсная программа «Ночь перед Рождеством». В этот же день на сцене парка аниматоры покажут для детей 20-минутную сказку «Волк унес зайчат» в современной интерпретации. Вечерняя предрождественская программа завершится выступлением группы Nice Band и молодежной дискотекой. 7 января рождественские гуляния продолжат выступление фольклорных коллективов. На главной сцене выступят замечательные фольклорные коллективы «Талица» и «Забава». Ребята тоже готовят рождественскую особую программу, которую презентуют здесь у нас на площади. Ну и вечером нас порадует Льюис Кэрролл Бэнд, наши резиденты, которые подготовят специальное, опять же, рождественское шоу. В развлекательном центре все желающие смогут поучаствовать в тематических мастер-классах, в которых народные мастера будут учить делать ангелочков и плести веничек удачи. Там же пройдет несколько шоу для детей. Программу подготовили сумасшедшие ученые, цирковая студия «Бенефис» и мастерская «Шляпника». Юлия Бойко и Сергей Краев, медиагруппа «Объектив».